не носить работу. Мы однажды 9 мая раскрутили выпуск полсака на лодке, и оказалось, что он был старшиной роты в Сталинграде. И вот ему каждую ночь через голову перебрасывали подкрепление в роту 200-220 человек. Он им выдавал боеприпасы, еду, и они шли воевать. А вечером возвращалось то, что осталось от роты за день. Он говорит, 10, максимум 15 человек. 10, максимум 15. Он воевал 100 дней, потом его ранили и его увезли. Он говорит, Мишка, у меня в роте было 200 тысяч человек. Мы служили честно, пили мы не пили, мы не уходили с линии огня. Только здесь там было жить всего неделю. Молилось было жить всего 3 дня. Самолет поменяли, кружит вроде вот так, плавит дымом, там ты на полярах, а на дело вот, жить всего 5 суток. Раскрывали я эту матушку земля. Пули словно птицы, это порой вешали, чат на небо души, 5 минут вагон. Немец он воюет здорово, конечно, да и мы уперлись в волосы вагон. Кто с войны вернется, а кто в землю ляжет, знает или не знает, точно кто присутствует. Старшина посмотрит, даст свой суд и скажет, жизнь твоя приходит только 5 часов. А Михайлович не спорит со мной. Он из лодки вычерк полхрен. Я Мишаня, служил старшиною. Станет Крымском в железном котле. Я, ребята, служил старшиною. Станет Крымском в железном котле. Там с утра полнили в роте 220 примерно ребят. Мы не на них по моей походе. Выдать хлеба от ромов гранат. А потом по завалинам попасть, маскируясь ночной зарей. А потом по звонам, по окопам на фашистского зверя вперед. А потом на машинке верой, прикрываясь могучим ура. Вот и вся эта минута карьера, что пришла из заводи вчера. А потом длинный мамам после под вечер у тебя на точке встречу 10 душ человечьих. Вот такая война. Там ведь падали целые стены, и бетон под ногами дрожал. Там не брали солдаточки пленных, просто негде их было держать. Там 5 дней под камнями кричали, и растаяло солнце в пыли. Как все было у нас, как все было у нас.